Стихотворение Корнея Чуковского «Обжора» читает ученица 5-го класса Муроталиева Фатима. Была у меня сестра, сидела она у костра, и большого поймала в костре осетра. Но был осетер хитер, и снова нырнул в костер. И осталась она голодна, без обеда осталась она. 3 дня ничего не ела, ни крошки во рту не имела. Только и съела беднега, что 50 поросят, да полсотни гусят, да десяток цыпляток, да утяток десяток, да кусок пирога, чуть побольше его стога, да 20 аленков, соленых аленов, да 4 горшка молока, да 30 пизанок баранок, да 44 блина. И с голоду так исхудала она, что не войти ей теперь в эту дверь, а если в какую-то войдет, ни взад, ни вперед.